динамовцы. Так, здесь падает. И что? Еще одно удаление будет. Да, будет, будет. Луховского уронили не по правилам. Так, а здесь потасовка возникает. И что у нас? Драка первая. Мисюль. Ага. Сбрасывает Краги. Несколько ударов пропускает игрок московского «Динамо». Да, кто это был? Я, честно говоря, номер не рассмотрел игрока «Динамо». Но и Мисюль отправляется в штрафной бокс. Да, это Арман Арицан. Ой, у него прям разбита бровь. О. Вот это, кстати, интересно, потому что если это сейчас будет квалифицировано как вот именно драка со стороны Мисюля, то, ну, это все. Арман Арицан-то не сбрасывал перчатки. Арицан совершенно точно не отвечал. А Мисюль сейчас может до конца удалиться. Может. Арицан просто отмахнулся, ну а здесь Мисюль уже... Арицан за грубость вот, это может сейчас получить. Двойным. Обоюдно. Обоюдно. По четыре.